Где меня на этот раз заспавнило? Алло, Вася, ты шо? Окей, братик, сейчас я вернусь сюда, подожди чуток. То есть ты хочешь так за мной бегать, да? Давай побегаем. Какой упертый малый, не отстает. Ну ничего, 3 секунды осталось, 1. Как побегал? Да, это новый ролик, всем добро пожаловать. Вы там уже, наверное, за недельку-то соскучились? Специально для вас я открыл группу ВК, в которой, кстати говоря, сейчас проходит розыгрыш. Вступайте, участвуйте и бла-бла-бла, жду всех там. И еще, добавляйтесь ко мне везде. Мне приятно пообщаться со всеми моими зрителями. Дискорд, моя страничка ВК и мой Steam для всех открыт. Лайки просить не стану, хочу узнать, сколько и без того у меня активных зрителей. Как поддержите, так и поддержите. Топ-комменты прошлого ролика. Приятного просмотра. Мой обычный старт. Я бегаю, крафчу лук и залетаю в первый попавшийся файт, чтобы оттуда что-то утащить. По-другому я не играю. Ого, этот типчик зарубил его? Зарубил, а шмотки не подобрал. Пайпушка! Ого, их тут много. А вот и пайпушка. Две пайпушки. Чё, думаешь, я тебя не вижу? Блин, походу хана мне. Беги. Держи. Давай, дружок. Давай, я тебя вижу. Сюда иди. А вот и мой ревик. Да откуда вас тут столько? Чё тут происходит? Блин, я антирад не забрал, ну и фиг с ним. Главное, что я оттуда убежал. Ладно, теперь надо искать, где я буду жить. Как обычно, бегаешь, ищешь, где бы построиться, и тут на тебя дроп скидывают. Ну и, собственно говоря, почему бы на него не сходить? Да уж, это просто лучший дроп. Турелька, ревик и пайпуха. Хм. Ничего себе тут камня! Ого! Так это же мой новый дом стоит. Стоит только немножко кирочкой помахать. Ух ты! А это что у нас такое? Вау! Шкаф открыт! Я сейчас заживу, как царь! Ух ты! Мяско? А кто это у нас там фармит? Я специально сломал фундамент, чтобы его медведь убил. Ну ладно. Придется мне тебя убить. Блин, вот этот дружочек, который за мной бежит, мне не особо нравится. Он же сейчас палит и придет рейдить мою хату. А нет, походу уже не спалит. Вот это там замесы. Может быть, я попробую что-то оттуда утащить? Нормально утащил. Да, чтобы воевать с такими кланами, нам нужны пушки получше. Я отправился на все возможные поиски берданочки и скрапа.
Понятно. Отдыхай, братик. Вот за берданочку тебе спасибо. Блин, мне даже... Братишка, отпусти, дай мне похиляться. Не, брат, я текаю отсюда, у меня хп нет. Подожди, брат, я еще вернусь. Подожди чуток, дай мне похиляться. Я отнес берданочку домой, взял с собой ревик и отправился обратно на эту же РТшку. Искать этого типочка. А вот, походу, и наш дружок стреляет. Мне бы еще одна пушка не помешала, это 100%. Лежать? Где твоя пушка? Так у него нормально тут лута. Там еще один. Блин, брат, подожди. Держи. И держи. Ты шутишь, что ли? Нормально вы лутаете РТшку. Так, нет, брат. Тебя я, пожалуй, все-таки добью. Куда мне все это лутать? Вот куда мне все это лутать? У тебя еще... Ого. Не, ну как бы спасибо, ребят. Мне это все нужно. В моем бомжатнике ничего нет. Не, ну я все-таки побежал домой. Какой-то фармерочек. Фармеров я люблю. Главное его не спугнуть. Как он работает хорошо. No. Goodbye. Давай, давай, сюда иди. Ого, так у него питон. Держи, братик. А вот теперь и мой питон подъехал. Кукурузка. Откуда он стреляет? Ага. Чё, братик? Не повезло. Не фартануло. Спасибо еще и за ревик. Хилочки. Так. Я не нашел тут питон. Куда он улетел? Кто это тут за мной подглядывает, я не понял. А ну-ка ж отсюда. Блин, ну ладно. Придется мне подглядеть, что у него там в луте лежит. Да уж, какой-то сверхпродуктивный был денек. Но ночь я все-таки пережду лучше дома. Переждав ночь, я решил с мирными намерениями познакомиться с моими пещерными соседями. Тут кто-то очень-очень близко стреляет возле меня. С ЛРочки. Ага, я походу вижу где. Не пойму, то труп или то чувак какой-то лутает себя. Тут кто-то внутри строится. Кто ты такой? Я патроны не взял с собой.
Теперь у меня есть патроны. А, тут МВКшка стоит. Теперь все понятно. Что это ты тут делал, дружок? Так тут ничего себе, сколько у меня соседей появилось. Понял тебя. Хирург. Чё это ты тут забыл? Дружок. У меня такая кибиточка стоит возле них. А у них еще походу и база основная в пещере. Нормально так типа устроились там. Хм. Надо магазинчик еще где-то поставить. Я думаю, нужно будет основную хату уже строить где-то снизу. Потому что обустроить этот дом я уже не смогу. И будет все бомбом. И места у меня в доме нет. Так как я соло-игрок, я очень люблю кланы, и поэтому я приходил к ним снова и снова. Не понял. Ты не умер? Но я могу тут долго сидеть, братишка. Так заманчиво выглядит у них домик. Тип инфу сливает про меня в чатике русский. Оу, 200 IQ. Здесь за дверью. Он сидит, он там. Да, прямо тут за дверью. Я его закрыл, он с Вердой. Будем делать вид, что я не русский. Он там не выйдет вообще никак. Он как бы сидит просто. Его закрыл. Да я тебя в рот выебу, петушара. Ну. Они тут что, целую армию уже собрали против меня? Сейчас сверху открывать будет дверь снизу. Давай, наверное, первый залечу, да? Ух, какие сильные. Ну, ничего, ничего. Ух ты! То, что надо, брат. Вон паренек бежит, вижу. Так они до сих пор байтят мою турельку. Держи. Теперь твоя очередь. И ты лежи.
Отличная попытка, братик. Мне срочно нужно новый дом строить. Походу, они вычислили, где я живу. Не, ну как бы неудивительно, я же их в своем доме убивал. Так как я понимал, что в скором времени меня зарейдят, я решил найти себе скалу, на которой я смогу отстроить себе ой-ой-ой какую крепость. И к счастью, мне такая скала подвернулась. Место вполне себе нормальное. Шикарное, я бы даже сказал. Так, надо запомнить, вот здесь мой дом. Тут такие домики, которые я могу поперерейдить, в принципе, бобовку изучить. Наверное, этим я и займусь в скором времени. Хотя лучше бы сачельку где-то нашел, ее нигде не продают, да? Наконец-то я сваливаю от этих пещерных соседей, это просто ужас был жить с ними. Ха. Надо гаражку еще отсюда снять. Так, тут немного дерева, камень пусть остается. Ладно, нет, дерево заберу. Тут можно луки какие-то поставлять, кстати говоря. С одной зимней горы на другую зимнюю гору. Хм. Блин, вот эти ребята мне не особо нравятся. Мне теперь нужно будет пойти все переработать быстренько, поутать трейн-ярд, поставить второй верстак и пойти уже заниматься очень важным делом. Тут у меня подъем наверх будет. Так, мне нужна раз дверь и... три витрины, а чтобы витрины крафтить, нужен первый верстак, понял? Пока так оставим. Ну, выглядит неплохо, но места все равно нет. И защиты, в принципе, особо сильной нет. Ну да ладно, там я смогу улучшить металл стенки и будет нормально, четенько будет. Пока пойдет. Давай, 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 врежься в него, упади и разбейся. Ну, они, походу, сишку забрали. Нужно вот этого убивать, как-то в спину заходить. И убивать его друга потом, который внизу стоит. Лежать и лежать. А если я кину? Нормально, две берданочки отжал. По-царски. Там еще тип какой-то крадется. Непонятно с чем. Ну, за берданочки им спасибо, неплохо так поднял с одного ревика. Нормально видишь ночью, братик. Далеко собрался? Не, нормально мы лута приносим, в принципе. Мне это уже нравится. Так, ладно, Томпсон я не буду изучать, по всей видимости. А вот залететь туда... это топовая, топовая идейка.
Там рейдят, тут замесы какие-то, на территории там типы находятся. И красивый рассвет. Они еще не улетели оттуда, интересно? Коптер на крыше у них. Не смогу я к ним пристроиться никак. Но я с них нормально так шмота поднимаю, мне это уже нравится. Плюс беретта. Наверное, там много лут, раз они так прибегают сюда. Пострелял с калаша, братик? Так он фармер. Он еще и фармила. Такого я не ожидал тут выбить. Плюс сера, плюс калаш, плюс все. Они улетели в другую сторону. Ну ладно, я думаю, все равно я в плюсе оказался. Серу забрал, калаш забрал, топ-сет и забрал. После всех этих замесов я решил вернуться в свой старый домик, дабы перенести остатки ресурсов. Но тут меня ждал очень приятный сюрприз. Мой домик уже кто-то зарейдил. Интересно, кто же это мог сделать? Я бегал по карте в надежде найти какие-либо рейды. И о чудо, я попал на то самое место, где какой-то отрядик рейдил домик. Я был просто обязан отжать у них взрывчатку, которая так сильно мне нужна. Минус 3. Как дела, брат? Ну, я, пожалуй, домой пошел. Лол, чё по оружию? Бам! Тут еще мишки всякие. Я нашел, походу, типов в онлайне. Только мне их рейдить нечем, и у меня дом намного хуже, чем у них. И их там не двое, трое минимум. Домой донес. Донес домой, отлично. Это какая-то жесть. Hello? Hey. What's going on? How are you? I can't see you. I'm good. Did you live here? Yeah. You wanna be good neighbors? Raided. What? Yes, please. We just got raided, so we're trying to get back on our feet again. I'm friendly, don't worry. You can give me invite to the group? You need something? Not really. What's your name? My name is Paula. Oh. My name is Dmitry. Where are you from? I'm from Sweden. Oh. I'm from Russia. Nice to meet you. Where are you from? Okay. Nice to meet you.
Your friend can give me invite to the group? It's me. Come here. Oh, okay. Nice. Okay. See you later. You're my neighbors. Yeah, see you later. Take this. Okay. For you. Thank you. Блин, дружелюбные соседи. Даже я не знаю, хорошо ли это или плохо, но я хотел их рейдить. Заспавнившись возле дома, я заметил подозрительную активность возле моей соседки Полы, и я решил ей помочь. Так, там ничего себе их сколько, смотрите! Ха, походу мне придется всех убить! Paula, come here. Let's go, I can kill them. Oh. Wait. Huh? Let's go. I can kill them. I have a bow. Wait. Don't worry. One may be dead. I need meds. Thank you. One dead. Come here. Paula. Fast, come here. I killed them all. You killed them all! You... Loot this body. I'm full. And this body. Take it, SMG. What the fuck is it? Am I blind? No. Take this. Oh my. And let's go home. Fuck. Fuck this shit. One more, full gear. What? Good job. Let's go home. Let's go save loot. MP5, what the fuck? Oh. My god. Good job. Oh my god. Надо домой бежать, быстрее сейвить. Иначе тут наступит Габелла, сейчас я ей помогу. Oh my god! I killed them all. Take this, maybe I need. What the fuck are you doing? Good job. No, man, you did a fucking great job. Oh fucking god.
Thank you. Теперь мне точно нужно новый дом строить. I need to go back to base. I need to go off with my dog. Yeah, I have maybe. A puppy. Oh. He's gonna pee in my couch. No! Please, no! What the fuck? What the hell? This is gonna be snap traps everywhere now. Fucking sneaky. You guys watching me? Open the door, please. Huh? Alright, dead. Okay. Oh, good job. Nice. Oh my god. Thank you. I can make a friend code, right? I'm scared. Don't worry. What the hell is he doing? What are you doing, man? Oh my god! Зайдя на следующий день, я увидел то, что моих соседей зарейдили. Как жаль, что я был не в сети и не смог им ничем помочь. И зарейдили у них целых две базы. И я даже знаю, кто это сделал. Ставь лайк, если тебе нравятся такие истории. 7к чизеров, и я постараюсь вернуть этих ребят на этот сервер. Всем пока.